Вітаю, шановні. Нагадаю, що ми ажитовляємо ток, дякуючи правоборонній ініціативі Human Константа. Це вже друга така розмова, другий такий ток. Перший був присвячений виборам у Білорусі і коронавірусу. Гэта цикл токаў пад агульнай назвай Беларусі людзі COVID-19. У Беларусі сітуацыя змяняецца вельмі хутка, нечакана, непрадказальна. Адпаведна, мы абіраем і тэмы, і нашых гасцей у звязку з тым, што адбываецца ў нашай краіне. Выданне другое будзе прысвечанае умовам утрымання ў турмах, у прыватнасці ў Акрэсіна, і нашымі гасцямі будуць непасрэдныя удзельнікі, непасрэдныя арыштаваныя, якія былі вось зусім нядаўна на сутках, людзі, якія былі рэпрэсаваныя ў сувязі са сваёй грамадзянскай пазіцыяй. Гэта Масака Цём, які раскажа нам сваю гісторыю, і гэта медсестра Марыя, якую мы чакаем на сувязі, пакуль што, бо ў яе ёсць невялікія тэхнічныя праблемы, якія, спадзяемся, неўзабаве вырашацца. Эксперт у нашага току гэта Вікторыя Фёдарова, праваабаронца, кіраўнік прававой ініцыятывы. Мене зовут Валерина Кустова, я буду модерувати нашу сьогоднішню зустрічу. Так само трансляція відбувається у соціальних сітках Human Константи, у приватності у Фейсбуку. Ви можете задавати свої питання, вони будуть переадресовані сюди до нас у чат. Можете задавати їх до гостей, до нашого експерта, правоохоронця, до Вікторії, і ми постараємося відповісти найбільш актуальні, які дійдуть, які поспеємо, які нам передадуть. Одразу хочу подякувати глядачам, які долучилися, у яких є інтернет зараз, які з нами на сувязі. І так само нагадаю, що після наша розмова пізніше буде зміщена так само у соціальних сітках Human Константи у записі. Так що ви зможете ознайомитися з нею. Нам здається вельми істотним проводити такі розмови, такі токи по некольких причинах. Одна з них, наскільки можливо, собрати звістки, свідчення про те, що відбувається у білоруських турмах тепер, каб можливо полепшити хоч неким чином умови, а коли ні, то принаймні, каб гэты свідчені засталіся для далейших процесів, для зміни усёй гэтай ситуації. І по-третє, натурально, що коронавірус, сама гэта епідемія, вона ще нікуди не ділася, просто принаймні у Білорусі адышла трошечки махчима на другий план у сувязі з падзеями, які адбываюцца ў краіне. І мы будзем гаварыць натуральна, што сёння не толькі пра эпідэмію коронавіруса, але перад усім пра людзей, якія знаходзіліся ў нечалавечых умовах, па ўсіх бадай не толькі прававых, але і псіхалагічных, і медычных паказніках. Пакуль да нас, яшчэ магчыма трэба сказаць трошкі пра хронаметраж, пра рэгламент нашай размовы. Наша размова будзе доўжыцца 40 хвілінаў. Я буду апеляваць па чарзе да кожнага з нашых гасцей, да нашага эксперта. І таксама нагадаю, што вы можаце задаваць пытанні, таксама яны будуць агучаныя пры магчымасці. І у мене тады першае пытанне будзе на нашага эксперта да Вікторыі. Магчыма, Віка, вы нас зарыентуеце па колькасцях людзей, якія звесткі апошняга часу, колькі было затрымана, колькі знаходзіцца асоба ў цяжкім стане, хто выйшаў са шпіталёў, хто яшчэ там знаходзіцца, колькі людзей загінула праз гэтыя падзеі. Вікторыя, калі ласка, вам слова.
Ну, вот, в принципе, проблема в том, что мы можем апеллировать той информацией, которая подается через официальные источники, да, это, как правило, пресс-служба Следственного комитета. Это порядка 7 тысяч человек, задержанных в течение недели, да, то есть начиная с 9 числа, 9, 10, 11, 12. Часть людей отпускали, и сейчас мы видим, что на данном этапе, ну вот, из тех, кто остался отбывать наказание, это меньше 50 человек. Это по административным статьям. Что касается по пропавшим людям, тоже цифры очень разнятся. Дело в том, что информация, которая опубликована на Тутбае, она опровергается Министерством внутренних дел, но опровергается достаточно неубедительно, да, то есть это не совсем понятно. Точно так же исключаются из этого списка люди просто по комментарию, вычеркните этого человека, то есть никаких реальных доказательств того, что он не пропал, нет, да, поэтому очень сложно говорить о том, сколько на самом деле пропало людей. Но вот цифра где-то 50. Можна назвати Вікторія просто, наприклад, офіційне, да, звістки, до чого наближається міркування офіційних представників і звістки, які гучать, ну, попросту у незалежних медіях так само. Ну вот в независимых эта информация Тутбая, да, там было 75 человек, потом потихоньку снижается это количество. А вот официальная версия, насколько я поняла вот это сообщение, они вообще отрицают наличие каких-либо пропавших людей. То есть было сказано о том, что независимые телеграм-каналы и независимые СМИ плодят фейки, а все люди дома либо отбывают арест. То есть вот таким образом. И они не дали никакой официальной информации, например, что действительно там 10 человек в отношении их пропажи подано заявление, и мы, соответственно, ведем какие-то проверки. Никаких цифр они не давали. Таким образом, пытаясь свести все на то, что идет информационная война, отказываются предоставлять информацию. То же самое касается ситуации с теми людьми, которые находятся в больницах. Информация ходит по спискам, по чатам вот этих волонтеров, небезразличных всех людей, которые собирают эту информацию, людей, которые из больницы не боятся предоставлять информацию. Официальная информация, насколько я помню, это была из пресс-службы Министерства здравоохранения, это было порядка по 1,5 человек, которые находятся. Ну и сегодня вот не так давно стало известно о том, что человек скончался в больнице, который получил огнестрельное ранение. Вот. Ты загинули у связку с тем, что отбывается, так, с протестами и с безмирными акциями, будем так называть, с мирными акциями, которые проходят в Беларуси. Да. И которые загинули после пошкоджения, которые отримал так, там. То есть это четвертый человек, я правильно разумею, официально? Ну, пока официально, да, но я уже сегодня видела, что и пятый человек. Дело в том, что очень много людей находится в больницах в критическом состоянии. То есть, ну, значит, настолько тяжелые повреждения люди получили, что информацию надо отслеживать и понимать по количеству жертв. То есть, возможно, к сожалению, эта цифра не конечна. Дякую, великий Вікторія. Ще звернуся до вас. Мені питання до Артема. Артем, скажіть у двох словах попросту, кольки часу ви провели у затриманні, у самім арешті, ці ви були затримані і відпущені, ці ви провели некілька суток, ці одні сутки. Кольки гэты супольно час склав від моменту затримання? Смотрите, можно я сначала небольшую там ремарку, то есть вы когда начинали это видео, вы сказали, что люди были арестованы за их гражданскую позицию. Вот я хотел бы, чтобы это было слышно, что это не совсем так, потому что, вернее, совсем не так, потому что большинство людей, которых я там встречал, они не высказывали никакой гражданской позиции, да, то есть их забирали просто так. То есть просто любых людей их хватали на улице и забирали, независимо от того, какая у них была гражданская позиция.
Также, допустим, арестами это тоже очень сложно назвать, потому что то есть люди не, без опознавательных знаков, не указывая никаких своих там, удостоверений, просто хватали, везли куда-то, ничего не сообщая, никому никакие права, ни в каком, чем ты обвинен. Ну, то есть это просто похищение, ну, как бы, просто похищение людей для запугивания. Вот, вот так вот. Вот, значит, по поводу вопроса. И отзначу так само, что так, маєте рацію, что большинство людей так само было затриманы просто так. Хучей я казала про гостей, так, что они вышли и были затриманы про громадянскую позицию. Передусім, вось про Марию медсестру, якая з нами мусить залучиться, якая была волонтером, так, медик, якая пошла подтримать, попросту оказать допомогу затриманым, і гэта была і грамадзянська, і професійная так пазіція, яна была праз гэта затрымана. Натуральна, што ў той час невядомыя людзі так за пазнавальных знакаў затрымлівалі усіх, каго бачылі, гэта вельмі слушная і правільная заўвага. Дзякуй. Цяпер я прашу адказаць, калі ласка, на маё пытанне пра ваше затрыманне ў тым ліку. Да, да, ну на самом деле тоже у меня тоже есть там своя позиция, но ещё раз как бы, то есть она в данном случае не имела, то есть хватали тех, кого легче было схватить. Значит, по поводу вопроса, значит, ну, я, меня забрали около 7 вечера 11 числа и выпустили 13 числа утром, по-моему, около 5. Около 5 утра, то есть вот только рассвело. У меня тогда такое питание. Откажите, коли ласка, у каких умовах вас затримливали? Насколько вам здається, это норму вогулі затримання были? Улічаны. І так само, калі мы кажам пра нейкія медычныя аспекты, пра санітарныя аспекты, то ў якіх умовах вы былі затрыманы, колькі асобаў было знаходзілася побач з вамі, як з вамі ўсімі абыходзіліся? Ну, по поводу задержания я вам сказал, да, то есть ни, никаких не было не указано никаких, кто за что. То есть меня задержали там в 300 метров от моего дома. То есть я вышел, поехал на велосипеде. Вот, то есть, ну, я не знаю, инкриминировалось мне то, что у меня были в рюкзаке, у меня была каска строительная и там наколенники, и там другие какие-то вещи. Да? То есть вот это, значит, вот из-за этого они решили, что, скорее всего, я должен буду участвовать в каких-то митингах. Вот, то есть сразу же при задержании меня стали бить, отобрали телефон, то есть мне не, как бы, ну, вынудили меня сказать пароль и далее. То есть все происходило дальше в каких-то нечеловеческих условиях, то есть в этом маленькой комнатке в автозаке нас везли 5 человек. Далее по, значит, по тому, как я находился, то есть первую ночь я находился... Как потом, докладню одразу вот менавіта про момент затримання. Вы можете вот описать, кольки метров, на кольки метров это был автозак, и на кое-какой отлеглости у им знаходились так само люди, и у каких позициях? Смотрите, ну, вы имеете в виду про транспортировку, да, внутри автозака. То есть, я не знаю, какая это, вот там есть такие маленькие комнатки, то есть, если, наверное, это, я не знаю, 50 сантиметров на метр, я не знаю, мне сложно сейчас сказать. То есть, там можно было, то есть, если там садились два человека, то есть, они упирали, колени их упирались полностью в стену, да, то есть, два человека могло сидеть. У нас туда запихали 5 человек. То есть, ну, там практически не было свободного никакого места. То есть, там просто можно было как-то выкрутиться, чтобы каким-то образом, ну, то есть, просто запихнули, как вот, ну, ну, как любое, там, не знаю, массу какую-то можно запихнуть. То есть, больше туда уже ничего засунуть нельзя было крупного, да, то есть, мелкие какие-то вещи можно. Вот. Ну, вот. Это маленькая вот... як сказати, помешкання, це стакан, да? Там да. Було ніякий кислород, ці хапало вам, кільки часу ви їм провели? Ну, ні, це було дуже складно. Просто єдине, що я можу сказати, що ну, я довго чекав там, поки він наб'ється, да? И потом, когда мы ехали, еще хоть какой-то там кислород попадал, да, когда он двигался, вот, а когда в какой-то момент он стоял, это было, ну, как бы,
То есть, ну, просто я еще находился там, ну, сразу же после, ну, как бы вот очень жестоких, как бы, избиений сразу же, ну, как бы на момент задержания. Поэтому, если честно, было такое ощущение, что это, то есть, ну, все равно уже такого абсолютно, не знаю, как это объяснить. Вот, но состояние было тяжелое очень, то есть я, не знаю, лично для меня, у меня, то есть у меня астма, да, и хотя, ну, то есть у меня стоит такой диагноз, хотя я как бы, ну, то есть у меня нету приступов, то есть у меня приступы были только в 3 года, вот, но, ну, как бы у меня было такое подозрение, что там, я не знаю, я не доеду никуда на этом автозаке. Вот. Сказали гэтым людзям, што ў вас астма, ці нейкім чынам яны рэагавалі на тое, што людзям не хапала паветра, ці ўвогуле яны чулі вас? Не, я не говорил ничего, но мне, то есть там, да, в том, что обращались просто с людьми как, ну, как, не знаю, как звери какие-то, поэтому там бессмысленно было что-то говорить. Ну, может быть, не бессмысленно, но я... Люди, якія знаходзіліся з вами у аўтазаку, ці у іх былі нейкія скаргі, ці у якім стане яны знаходзіліся таксама? Ну, вот, вот позже были, когда мы уже, ну, то есть автозак это, ну, такое небольшое количество времени относительно, там пару часов, наверное. Вот. Ну, нет, мы, там у нас было такие, как бы, все нормально было. Но потом были, допустим, при мне, вот когда в следующую ночь мы провели в гараже. То есть нас, я так понял, потом я понял, что этот гараж находился на территории Ленинского РОВД. Ну, опять же, я не знаю, это так по слухам. Значит, вот когда мы были в этом гараже, то вот нескольким людям стало плохо, и, ну, их забрал скорая, да, то есть там была скорая, вот их забрали. То есть прямо при мне человек начал падать в обморок, и, ну, его забрали. Скажите, пожалуйста, ці хтось в вогуле вы бачили, каб нехто з них знаходился у масы? Я маю зараз не у масы, якая хавая твар, каб не познали, а у медичных масках, якія аховуюць ад эпідэміі. Ці хтось в вогуле на тэрыторыі затрыманых быў іх, ці людзям дазвалялі гэта, ці самі, як это слово падабраць, людзі, якія вас затрымлівалі, былі ў масках? Ну, нет, конечно, нет. Я... Мне кажется, не могу вспомнить ни одного человека. Мне кажется, что я, ну, в такой маске, мне кажется, я видел только одного человека в конце. Но скорее это тоже было для просто скрытия лица. Это был какой-то, как будто чин какой-то, который проводил с нами беседу. Вот. И я думаю, что просто он хотел скорее скрыть лицо, нежели там как-то... Ну, естественно, никому из, там, не знаю, схваченных, похищенных, не знаю, никто не выдавал никаких масок, вот, то есть сами ОМОНовцы все были в балаклавах, то есть, ну, и, допустим, также сами работали еще милиционеры, да, то есть, допустим, в том же РОВД и потом на Крестина, то есть, допустим, они там, ну, какие-то функции такие выполняли, там, описывали там имущество, там, ходили фотографировать там, ну, и так далее, какие-то такие, там, в туалет, может быть, иногда, ну, и так далее, там, в воду. Вот, то есть они были все без масок, то есть, ну, милиционеры были без масок. Дякую, и звернуся до Виктории. Виктория, може, вы подкажете так само некие даденные, с якими вы сутыкаліся? Я читала, что у аутозаки набивали... так само людей абсолютно неравномерно, у камерах на 5, 8, 10 человек знаходилось по 50, по 100. Какие звестки у вас в связи с этим теперь есть? Ну да, это, в принципе, было не единичный случай, то есть что касается автозаков, ну, в связи с тем, что количество этой техники явно ограничено в городе, да, не было возможности всех задержанных сразу доставлять в РОВД или сразу в
сын, поэтому, и потом опять ехать на задержание. Поэтому было принято решение, видимо, набивать таким образом, ну, насколько это вообще физически возможно. Соответственно, люди, ну, это было там в 5 раз превышало количество. Что касается самого изолятора на Окрестина, да, действительно, ну, тут вообще сложно, я скажу так, даже в мирное время, ну, я имею в виду до вот этой вот всей ситуации, которая произошла после выборов, норма площади, которая рекомендована даже нашим национальным законодательством, она и то не соблюдается, да, то есть это 4 квадратных метра на одного человека. Что касается того, что было в эти дни, ну, это просто вопиющие вещи, потому что, ну, это не, даже не то, что базовые там вещи, чтобы люди могли спать, да, адекватно, имели индивидуальное спальное место. Вопрос стоял даже физического выживания в плане кислорода, потому что его, ну, просто не могло хватить. Поэтому очень много людей теряли сознание, им вызывали скорую, либо им наоборот не оказывали медицинскую помощь. То есть вот это вот массовое задержание повлекли переполненность всех мест изоляции, да, соответственно, было принято решение всех вывозить в Жодинскую тюрьму, там в ИВС, потом в ИВСе не было места, в Жодинскую тюрьму, то есть таким образом, и все равно это не помогло разгрузить в достаточной мере изоляторы в Минске. Я считала, что были выпадки, когда люди попросту дыхали, навод по черзе, домовлялись, что раз у 30 секунд читала фетч, они так само человек, який был в гэтых умовах, што яны дамаўляліся дыхаць па чарзе адзін уздых аднаго чалавека на 30 секунд, каб капіла кіслароду, былі людзі таксама ва ўзросце. І чытала таксама пра сведчанні, можа быць, таксама Віка, Вікторія, спраўдзіце, што ў аўтазаках лежалі 2-3 слаі людзі, і амапаўцы хадзілі па іх. Гэта таксама ёсць такое зафіксаванае сведчанне. Да. Было такое, так. Скажите, Артём, а у вашей камеры, якой она величини была, пишите ей, и кольки там находилось людей? Смотрите, ну вот первую ночь мы вообще были не в камере, а просто в гараже. То есть нас поставили в гараж, и мы должны были там стоять. В общем-то, гараж открытый, то есть там не закрывался. Второй день и ночь мы провели в камере, которой не было крыши, то есть это просто как, сказали, прогулочный дворик. Эта камера была, то есть это такая вот камера была 5 на 5 метров, и нас там было 119 человек. Человек у камеры, у дворика прогулочным 5 на 5 метров, так? Да-да-да. То есть то, что вы сказали, что там должны быть какие-то нормы 4 метра на человека, это, конечно, да, там... Участков, вот, есть, ну, у нас было 1,5 метра. То есть мы могли там стоять, там, если, допустим, 20 человек, 20, там, может быть, больше, чуть 30, может, человек каким-то образом садилось, ну, так очень плотненько, то тогда 100 человек там стояло очень-очень плотно. Вот. То есть если нам нужно было проветриться, ну, то есть немного, то есть пошевелить там, не знаю, как бы своим телом, тогда мы все становились, как бы, то есть никто не садился. Ну, и тогда можно было немножко, ну, как бы, шевелить там, ну, руками, то есть не полностью быть, как там, не знаю, селедки там в банке. Вот. Ну, вот, как-то так. Ну, в гараже мы свободно стояли первую ночь. И без аховы, якая вас весь час контролировала, и нечто такое еще было? Что вы имеете в виду? Руки были уже свободные у вас в этом дворику, и те была ахова, якая вам давала некие загады, там сесть, встать, и это уже было досить, ну, вольная простора. Ну, допустим, ну, в этой камере там, когда у нас было 120 человек, то есть там как бы сесть, встать вообще было не так легко, то есть там как бы, ну, вот, там, нет, мы там, никто там никаких приказов как бы не делал, то есть мы как раз наоборот, что мы пытались там добиться, чтобы нам дали воду, вот, но в принципе мы там просидели где-то часов примерно 12 без воды и туалета, вот, ну и еды, как бы про еду уже никто не вспоминал,
Это мы особенным моментом еще хотелось поговорить про гэтые складники. Зараз еще трошечки про умовы у самой камеры. Ці была некая организована помеж вами домовленность? Так само, что вы там устаете по черзе, вот гэтые 20 человек сядят. И была у вас организация вот этого перемещения внутри камеры и домовленность на гэты фонд? Ну, там четко такое не было договоренности. На самом деле были же люди, во-первых, в разном состоянии, да, то есть кому-то было хуже, кому-то лучше. Вот, ну, как-то договаривались те, кто, ну, не мог стоять, те садились, как бы, ну, на самом деле, да, по очереди, то есть ну, какие-то люди посидели, ну, как бы вставали, потом сидели другие. Вот. Ну, были, опять же, люди разных возрастов все-таки. Хотя большинство, как бы, среднего какого-то возраста, да, там, типа, 25-30 лет. Но были, допустим, люди постарше. То есть, там был со мной мужчина 60 лет. И, то есть... Скажите, еще, коли ласка, ці було, наприклад, ці вогулі ви там вспоминали про то, що ще так само, наприклад, не пройшла епідемія коронавіруса? Ці вогулі, я розумію, що зовсім не до того було, але ті, хтось ті про це вспоминав, чи спробував нехто там хоч ніяк там дистанціюватися, альбо казав, що там я перехворею, чи, наприклад, у мене ніякі симптоми, може, одійдіть від мене. Ці гетя тема вогулі здималася ніяким чином? Ну, в плані шутки, да, как бы вспоминали, ну, что... Вот только так. Ну, потому что, ну, понимаете, что отойти невозможно было. То есть там, в принципе, вот любое движение нужно было согласовывать со соседями, когда ты стоишь, да? То есть, чтобы руку просто в другую сторону поставить или просто ногу там передвинуть. Вот, то есть отойти там было некуда. Вот. Поэтому, ну, как бы... Дякую. Зараз до нас долучився так само Валдіс Кугаш, правоабаронця, який працював зі свідками, так само, які були за кратами. Валдіс, чи ви на сувязі? У мене так само було некілька питань до вас з того досвіду, з яким ви стикнулися. У яких умовах, я зараз скажу менавіта про камери, про кількість людей у камерах, бадай, ну, максимально такие тяжкие варианты, вы сутыкались, про какие вы чули, может быть, расскажите так само. Валдис, вы на сувязи, коли ласка, вам слово. Да, всем привет, слышно меня или нет? Я, к сожалению, могу только сейчас голосом с вами присоединиться. Я на связи, да? Да, я на самом деле сейчас, у меня очень мало времени есть, я могу вкратце рассказать про несколько, про пару историй, которые мне удалось узнать у девчат, которые были в заключении и в том числе на Кристине находились. У них будут разные истории, одна из них это когда девушка находилась действительно в камере, то есть в камере, в которой есть потолок, да, вот, но в этой камере их находилось... 36 человек или 37, ну, в основном было 36 человек их набито в эту камеру, и иногда их бывало 37, то есть одну там забирали, и еще две добавлялись. А другая девушка провела целую ночь в помещении, которое, это, скорее всего, дворик для прогулок, там, где есть пол, стены, но нет потолка, да, есть решетка только сверху, вот. В ситуации, когда девушка находилась, ну, прежде всего, конечно же, это условия, когда их доставляли на Окрестина, туда вывозили, с ними очень грубо обходились, выставляли на растяжку возле стенок, не давали ни еды, ни воды, ни ходить в туалет. Также слышны были удары и насилие в отношении парней в основном. Также при любых вопросах или, ну, конечно, они сейчас говорят о том, что они даже и думать не могли, чтобы требовать что-то, да, чтобы им права какие-то зачитали или предоставили что-нибудь. Они лишь просили, например, да, о том, чтобы им объяснили, что происходит, где они находятся, потому что им даже не объясняли, куда их привезли, они думали, что это вообще какая-то тюрьма, потому что вокруг были только стены, колючая проволока, и они раньше никогда не сталкивались, не встречались. Любые их просьбы о том, чтобы их объяснили, что происходит, дали воду или, не знаю, чтобы там парни не лежали на земле, чтобы они себе не подмораживали ничего. Все это они встречали только какие-то грубые реакции, ну и, конечно же, отказы. Когда они, например, находились в камере, где было 36 человек, то там совершенно не было это рассчитано на такое количество человек, поэтому они все тоже как многие говорят уже, как селедка в бочке, да, находились там по 5 человек на кровати, возле стенок, на столах, везде, где только можно,
не были открыты, ну, окошко было минимально приоткрыто из того, что я слышал, двери то закрывали, там, где кормушка вот эта так называемая, да, то она была закрыта, то иногда ее открывали, и, соответственно, так много человек было, что воздух очень быстро заканчивался свежий, и они, многие задыхались, у некоторых начинались панические атаки, когда была паническая атака у одной из девушек, просили помощи, просили открыть хотя бы двери, они говорили, что мы никуда не собирались уходить, выбегать, просто откройте двери для того, чтобы, или кормушку хотя бы, для того, чтобы был микросквозняк, чтобы кто-то приходил в порядок, но на это тоже были медленные реакции, просили помощи медицинской, они открывали, сотрудники ЦИП открывали двери и смотрели, говорили, типа, спрашивали, что происходит, они говорят, у нее паническая атака, они на это отреагировали никак, просто закрыли двери. Потом, когда девушка уже потеряла сознание, да, им сначала показалось, что она просто упала в обморок, да, на временное такое отключение, но она на самом деле потеряла сознание. И только в этот момент там получилось так, что открыли дверь ненадолго, и ее вытащили на коридор, вот, но это тоже было совсем ненадолго, буквально несколько минут, чтобы она пришла в себя, вот, и обратно завели всех в камеру. Потом еще было такое, что в эту же камеру к ним посреди ночи добавили двух незнакомых каких-то женщин, которые были в состоянии сильного алкогольного опьянения, в смысле, от них очень сильно пахло, и алкоголем в том числе, и они были, как потом они слышали из разговоров, что они как бы постоянные клиентки, как бы это ни звучало, да, вот, ну и непонятно, это было с целью какой-то либо сделать хуже еще, да, условия для самих девушек, которые там находились, которые были задержаны случайно на улицах, либо нет. Вторая девушка, они их завели, их, во-первых, очень долго держали во дворе, и это была холодная ночь, после чего их завели, когда их начали куда-то переводить со двора, им показалось, они надеялись, что это будет хотя бы камера какая-то, да, в которой они смогут хоть немного перевести дух, но их на самом деле напихали в этот дворик для прогулок, который, да, и они там на бетонном полу вынуждены были сначала стоять, они просили хоть объяснить, что происходит, как они долго будут там находиться, но тоже на это не было реакции. И в итоге там они, когда осознали, что им придется там долго находиться, они начали придумывать вместе как-то кооперироваться, как из этой ситуации выйти, да, то есть как переночевать и выжить. И они, ну, например, там разувались и садились на обувь хотя бы, да, чтобы не так долго было, но даже полчаса просидев в таком положении в этом месте, все равно ноги затекали, становилось тоже невыносимо. Что еще? Ну и так они провели очень-очень-очень много времени. И замерзали, потому что не было потолка. В камеру предыдущую еще одна история была, когда там было, они говорили опять, ну, начали кричать о том, что им слишком, ну, очень душно, невозможно дышать, и хочется что-нибудь, чтобы они сделали. Была открыта дверь, и просто на них неожиданно выплеснули ведро воды. Причем не просто не на пол, например, да, когда, потому что некоторых девушек тошнило, и, ну, не знаю, чтобы это хотя бы смыть, да, чтобы хотя бы было, ну, легче дышать, это была вода выплеснута не на пол, да, а ровненько на девушек, и, то есть, они остались еще и мокрые, да, ко всему, на ночь. Еще были слышны, девушки говорили о том, что они слышали, как из коридоров, иногда, когда, например, были открыты кормушки, и был небольшой сквозняк, чтобы хоть чем-то можно было дышать, иногда эти кормушки закрывали и захлопывались, и они думали, что, ну, они не могли понять, зачем, чтобы им хуже сделать или как, но в этот момент, ну, они потом услышали, что, скорее, ну, из того, что они услышали, что там кого-то переводили и кого-то избивали на коридоре, поэтому они подумали, что, ну, они поняли, что кормушки закрывались для того, чтобы они не видели, кого переводят и кто переводит, вот. Ну, вот из самого быстрого такого, наверное. А, ну, еще, да, другие... Да, секундочки, очень быстрый такой момент, что им совершенно не объясняли, как долго они будут находиться, не давали ни еды, ни воды, и тоже там же потом на следующее утро или даже вечер у некоторых началось судилище, как это по-другому, не знаю, назвать, потому что их тоже переводили в какие-то другие кабинеты, где было много судей вместе в одном кабинете сидело, им не зачитывали ни права, не объясняли, что происходило, а просто... Очень короткий был разговор, не заслушивались никакие объяснения и просто выносились решения очень разные по разным людям.
Дякую великий Валзус за гэтае жахлівае сведчанне, якія ты сабраў непасрэдна са сведкаў гэтых працэсаў. Дзякуй за тое, што знайшоў час падлучыцца. Зараз бы мне хацелася таксама вярнуцца да Арцёма, да Вікторыі, перадусім да Арцёма, і пагаварыць пра момант, канешне, смешна і недарэчна казаць пра імунітэт у дадзеных сітуацыях, але пра ежу і ваду, так? Колькі разоў і колькі вады выдавалася і пра сколькі пасля вашага затрымання вам непасрэдна і людзям, якія з вамі знаходзіліся ў камеры, і як справы з ежай былі? Значит, ну я скажу сразу про еду. Еду уже вчера особенно никто не переживал, то есть еды просто не было, и ее дали только где-то примерно за, там, не знаю, 2 часа до выхода. Там дали хлеб и котлеты в большой кастрюле, из которой все должны были руками брать эти котлеты. По поводу воды, значит, вот первую ночь вот в гараже нам, ну, как бы давали воду. Опять же, все должны были пить из одной бутылки, там, из одной бутылки связанными руками. Вот. То есть у многих были, допустим, у меня были связаны руки сзади, то есть мне нужно было просить кого-нибудь, чтобы кто-нибудь попоил меня, да, потому что, ну, как бы невозможно было. Вот. Потом на следующий день, когда мы были уже вот в этой прогулочном дворике, значит, 12 часов нам, ну, примерно 12 часов, то есть нас перевезли в первой половине дня, и до, там, не знаю, где-то 12 часов ночи, когда там начали отпускать людей, вот до этого, вот весь этот период нам не давали воды. Вот. То есть в какой-то момент у меня была какая-то даже паника, что думал, что, ну, как бы, если, в принципе, нам не давать, допустим, ну, понятно, что если не давать 3 дня, то есть, и, в принципе, и та ночь была скудная в плане воды, да, то есть было очень, ну, как бы, очень ограничено. А тут вообще не дают. То есть у меня была мысль, что, в принципе, 3 дня без воды, ну, как бы, естественно, что, ну, то есть люди будут умирать. И у меня была такая мысль, что, в принципе, же за это не будет кто-то нести конкретную ответственность, да? Как бы, то есть просто, ну, допустим, такое распоряжение не давать воды, да? То, мне кажется, я почему-то, то есть, может быть, за такое воображение, я просто думал, что, ну, это, наверное, отличный способ, то есть убивать людей, потому что так кто-то будет конкретно нести ответственность, правильно? То есть, если у тебя если был какой-то ОМОН, и это на его совести, то в таком случае это ни на чьей не будет совести. То есть, просто люди умрут, и все. Ну, вот, как бы, там не было ни воды по поводу... Мы все время про... Да, то есть, мы постоянно, как бы, стучали, просили, дайте нам воды, или когда вы, хотя бы скажите, когда вы, ну, да... ну, да, будете готовы, да? Да, то когда мы сможем получить, но нам говорили, что поскольку в этой же камере не было туалета, они сказали, что если вам дать воды, то вы обоссыте здесь всю камеру. А як часто водили у прибиральню в огуле до туалета? Нет, вот тоже, то есть еще раз говорю, вот ночью, когда стали людей отпускать, и стали также тогда по 5 человек выводить в туалет. Вот. До этого не, ну, как бы не было. Лежали только пластиковые бутылки в углу. И туда уже кто очень сильно хотел, мог сходить, так сказать, в эти пластиковые бутылки. Вот. Скажите, пожалуйста, у нас осталось не так шмат часу. Артём, можа быць, потым звернуся да Вікі, некалькі папросту лайфхакаў ад вас для людзей, якія могуць трапіць у гэтую умову, таму што асабліва першы раз, гэта вельмі цяжка зарыентавацца ўвогуле, што з табой адбываецца. Можа быць, нейкія моманты, якім трэба ўлічыць, што рабіць, а чаго не рабіць, на чым засяродзіцца? Ну, я не знаю, я могу сказать, как я действовал. Я скажу, что, во-первых, понятно, что, допустим, убеждать, нет смысла их в чем-то убеждать, да, то есть в какой-то правоте, потому что, ну, то есть это абсолютно бессмысленно, это вызывает только агрессию. То есть я действовал всегда таким образом, что я как бы не вступаю ни в какие разговоры, то есть не стараюсь не переубедить, не... Там, ну и так, тоже не выкрикивать, естественно, любые
ну, какие-то, если ты готов стать героем, да, то есть... Не контактовать с этими людьми по махчимости, коли не мало зусим пильной потребы, или это будет они. Это моя была такая тактика, не знаю, как бы, ну, вот как-то так. То есть не, опять же, если ты пытаешься наоборот там сказать, что там, не знаю, кричать «Живи Беларусь!», наверное, это вызовет, естественно. То есть ты бы готов быть героем, ну, как бы, я, допустим, был не готов, то это, естественно, вызовет, как бы, насилие, да. То есть больше, скажем так, особую ненависть вызывали люди с, ну, как мне показалось, да, с национальной какой-то символикой, которую бы ну, имели при себе, да, там. Какие-то большевые флаги или еще что-то, то есть, естественно, то есть, ну, на мой взгляд, тут они, их над ними издевались больше. Ну, как-то вот так, то есть, доказывать, что-то доказывать им, пытаться как-то спорить, допустим, в конце, когда мы подписывали какие-то эти, ну, бумажки, эти якобы протоколы, то есть, нам всем назначили, что мы все, как бы, серебрянки, вот, то есть, ну, никто не был ни с какой серебрянки. То есть мы были все якобы на митинге в Серебрянке и всем там, допустим, нашей группе, вот. И некоторые люди, и потом они проводили беседу, да, и спрашивали, то есть, ну, то есть я когда подписывал, я сразу спросил, что я подписываю, мне сказали, ты подписываешь то, что ты был на Серебрянке, и ты там участвовал в митинге и выкрикивал лозунги. Ну, я сказал, хорошо. Значит, и потом дальше, когда они проводили беседу, они спрашивали, ну, как тебя забрали, где ты был? Я говорю, был на митинге в Серебрянке, выкрикивал лозунги. Нехорошо. И к следующему, допустим, ну, естественно, там все люди, допустим, человек писал, но потом его спрашивают, он говорит, ну, я начинаю оправдываться и доказывать свою правоту. Да, я всего лишь вышел из машины, я вот хотел пойти там, и я там ехал там туда-то, туда-то со своим другом, я ничего не хотел. И, они, и у них это вызывает, они говорят, как ничего не хотел? Так ты, получается, наша... мы, значит, плохо работаем, то есть мы тебя неправильно забрали, что ли, и как бы, то есть и начинают его бить, да, то есть и бьют человека до того, все равно, пока он не скажет, что да, я был на митинге в Серебрянке, выкрикивал лозунги, раскаиваюсь, да, то есть, ну, то есть нужно, мне кажется, понять, что это вся машина, что это, ну, я, моя тактика была такая, что это не имеет, все эти бумаги, это... Ну, я не знаю, это бандиты тоже могут заставить тебе какую-то бумагу подписать, да, то есть тебе ставят нож в горло и говорят, подписывай бумагу, ну, ты подписываешь, вот, ну, вот моя такая была тактика. Подсказки так само допомогут людям, которые могут там туда тратить и не володали этой информацией, не ведали себе, как поводить. У нас остается одна хвилина, у меня тогда питание до Виктории, так само, может быть, как правооборонца, несколько рекомендаций, несколько парадов, как себе людям поводить в такой ситуации, в ситуации затримания. Чи саправды, как вот скажет Артем, на все сгаджаться, чи некие иншие есть аспекты у поводинах Виктории? Ну, значит, смотрите, буду кратко, да, если там еще месяц назад я могла дать другие советы, то сейчас однозначно совет, если вас задерживают, не надо даже делать попыток сопротивления, более того, надо попытаться защитить все, ну, как бы те части тела наиболее важные для жизни, потому что, к сожалению, давать какие-то советы в ситуации правового беспредела очень сложно. Сейчас каждому важно сохранить свою жизнь. То есть здесь идет вообще речь не о том, там, получить сутки, убежать или что. Просто уже речь идет о том, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. Что касается самого изолятора, то же самое. Не надо идти на какую-то конфронтацию. Когда освободитесь, тогда можно заняться жалобами и так далее. Находясь во власти администрации ЦИП, РУВД и так далее, качать права очень может быть, скажем так, чревато последствиями для здоровья. К сожалению, сотрудники милиции, ОМОНа, администрации ЦИП уже вышли на дорогу такую, что не боятся применять пытки и творить такой беспредел. Дякую великий. Кто Виктория узгадывается история с израильской армией, что там, когда берут жаунера в армию, кажут, что все рассказывайте, потому что для нас главное ваше житё, а не то, как вы заховали некий там, не ведаю, сокрет своей идеи.
у нас умовы такие вельми складаные. Я вельми дякую нашим удельникам. Артём, дякую великие, что вы рассказали свою историю, поделились своим досвидом. Виктория, дякую, что вы дали нам гэтые даденные апошние звездки, дали парады правооборонжие. Дякую Валдису, які працаваў са сведкамі, расказаў нам пра гісторыі дзяўчат. Шкада, што не атрымалася тэхнічна далучыцца нашай медсястры. Спадзяюся, гэта атрымаецца ў наступным нашым току, таму што, ведаеце, сябры, ў Беларусі з інтэрнэтам цяпер праблемы, і гэта не наша тэхнічная недапрацоўка. З вамі была Валерына Кустава і Human Константа. Мы будзем ладзіць яшчэ размовы пра важныя, пра істотныя. Пішыце, пра што вы хочаце пачуць, і мы зробім гэтага. Дзякуй вялікім, хто быў разам з намі.